Всем привет! Это наш электрический триммер Днепр. Сегодня будем усовершенствовать его рабочий диск. Занялись этим, так как из-за маленькой скорости вращения производительность электрокосы неэффективная. Пробовали разные варианты с леской и пришли к выводу, что самое правильное решение это чтобы на рабочем диске было не 4 ножа, а 2. Вот рабочий диск, который шел в комплекте. Мы оставили 2 ножа, еще их нужно удлинить сантиметров на 7 каждый. И вот что у нас получилось. Для удлинения использовали ножовочное полотно из прочной стали. Так выглядит наш рабочий нож уже на электротриммере. Результатом довольны. Не косит, а бреет. Берет без проблем молодую поросль.